Предприниматель из Санкт-Петербурга предложил построить в Кирове метро. Ринат Бичурин написал обращение к местным властям с просьбой разрешить строительство в регионе частного надземного метро. По мнению бизнесмена, 20 километров линии метро позволит решить транспортные проблемы Кирова. По подсчетам Бичурина, на строительство 10 километров потребуется 50 миллиардов рублей. А поскольку в бюджете таких средств нет, метрополитен должен находиться, по мнению предпринимателя, в частной собственности, управляться компанией в виде публичного акционерного общества. Сейчас Ринат Бичурин собирает подписи в поддержку строительства метро.